Привет, друзья. Прислали мне недавно тут ролик, информация, что протестующих людей, которые пытаются сражаться за здоровье своих детей против постройки мусоросжигающего завода, арестовывают и так далее. Друзья мои, ну, надо же немножечко мыслить чуть-чуть шире, чем кухня и туалет. Надо было защищать своих детей ровно тогда, когда вы выбирали эту власть, когда издали этот закон. Полиция действует в рамках закона. Все эти заводы строятся в рамках закона, принятого, утвержденного, что переработка приравнивается к мусоросжиганию. Все, вы сами виноваты в этом. Сейчас вот есть, собирается российская общественная инициатива. Не можем набрать даже 100 тысяч голосов в поддержку за эту инициативу, чтобы прекратить это безобразие. Что вы хотите-то?